знаешь, это дерево. Это скалка. Ты знаешь? Да. И что этой скалкой делают? Катают тесто. А из этого теста что получается? Торт. Или пельмени. И пирог. Вот говорят, что этой скалкой еще побивают мужа и свои жены. Зачем? Воспитывают. Знакомый предмет? Да. Что это такое? Скалка. Ну, основное применение скалки известно, да? Это раскатывать тесто. Ну да. Что еще можно ей делать? Жуков долбить. Ну, если ты не любишь насекомых, в принципе, да. Можно использовать, ну, еще мясо долбить там. Да, согласен. В остальных случаях, мне кажется, она бесполезна. Если дома пьющий муж, что можно еще делать с этой скалкой домохозяйки? Бить. О, получал хоть раз такой палкой по попе? Меня не трогали родители. Что это за предмет? Скалка. Что им делают? Блин, не скалка, это не то. Я забыл что-то. Может быть, это половина нунчаки? Mm-mm. Им, ну, тесто месть, тесто делать при... Блин, забыл, что же это за предмет такой. Профессиональная фотостудия с волшебными новогодними декорациями приедет прямо в ваш детский садик. Просто позвоните нам, и новогодняя сказка станет реальностью. 229-111. Для наших малышей все по-взрослому. Стаханов фото.